Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму. Инферно Молагабала. Мы находимся, судя по всему, в последнем из кругов. Это круг Блуда. В прошлой серии я очень сильно устал, поэтому я залез на YouTube, не нашел ни одного русского прохождения этого мода. Пришлось искать иностранных. Нашел американца. И оказалось все довольно-таки просто. Хотя и не очевидно. Сейчас все покажу. Завладеть тобой, а не съесть тебя, дебил. Кто это переводил? Смешно, блядь. Вот, собственно, у нас появляется еще один квест. Естественно, маркеров на них нет. Нам нужно пройти сюда, если я не ошибаюсь. Затем сюда. Дальше идем. Да-да-да-да-да-да. Вроде бы правильно. Так. На сундуке налево. Не сюда. Или сюда. Не помню. Ну, отстань. Где там она? Плохо видно просто. Свет свечи. Ну сюда, так сюда, дай дорогу. That's it. You're almost here. Come to me, my lovely. Вот она. Вот тут вот надо стоять. You've come to embrace. Let us be one, in one pure body of lust. Come to me. Ну вот и все, собственно. Тут мы, чтобы скоротить дорогу, пройдем сквозь это дерьмо. И выйдем из этого чертового места. Ну вот и все, собственно. 7 из 7. Дальше-то чё?
Only one gate remains, champion. It leads to Dante himself. Once you enter, you cannot return until one of you is dead. Ага. Собственно, победить чемпиона Данте. Последний квест, последнее испытание. Победить самого Данте. Я не помню, где тут, собственно, врата к Данте. Но я думаю, мы их не пропустим. Так, это не то. Это кораблик наш. То есть это врата алчности, да? Ладно, тогда пойдем. Как же выглядит местный герой Данте? Это интересно. Если судить по тому, каких мы встречали боссов, я думаю, он будет жесткий. Так, где-то тут... Да, вот оно. Вроде как... Это оно. Врата на арену к Данте. Ну что ж, похоже, это конец. Да. Делаем тут сейф. Так. Добро пожаловать. You have succeeded, challenger. But... Не спеши. Вот это вот рассказывать мне всё. Or you face my old champion. You have one final task. Strike down Verilia. Absorb her soul to empower you for eternity. And feel what it is like to be divine. Do it, champion. My soul is already bound to Mlogball for eternity. Do not damn yourself as well. Brave words. Strike her down, or she will claim your life for me. Я не хочу. Я не хочу этого делать. Если она на меня нападет, я ее убью. Foolish mortal, compassion is weakness. It must be purged. You would not take her so willingly. So it remains mine. And you will destroy her anyway. Но если она нападет, я ее убью. Тогда прощай. It is foolish to resist me. Now I will lay waste to her soul for eternity. Your compassion yields only pain. It is the way of the world. Face my champion, mortal. Хорошо. Save. Что там у меня по крикам стоит? Воплощение дракона. Я думаю, мне это пригодится. I once thought myself good. Это ты, Данте? I thought myself a just man. This place has shown me how wrong I am. Did you ever wonder the outcome of the choice you made when you entered this place? I kill you, and when you die, your soul is bound to whatever divine you swore it to. Or you kill me, and when you die, your soul is damned to this inferno. Okay. To rule it. To become a bringer of pain, death, and torture. You lost your soul the moment you walked through the first gate. Так и думал. As I did mine. Не понял? Данте, давай тут не будем. Did you really think it would be that easy?
Да вообще-то нет. Но блин, это правда было изи. Как-то слишком громко. Нет, даже вот это вот эффекты просто уберем. Вот так будет лучше. Держись! Держись, Верилия! Так, давайте-ка вернем эффекты. Ага, он, ну как, телепортейшн. Этакий, да? Бум. You remind me of myself. Подъем. When I still had hope. Чё, лаганул, да? А не. Резист. Данте. Держись. Ну, отворяй калитку, ну, я ж победил. Ух ты. Трон какой забавный. Ну уже. Pain is nothing to me. Оно все равно прокнет. Вот видишь, я же говорил. Оно все равно прокнет, как бы ты ни старался. Прыжок нужен, да? Держись, Верилия. Хера себе. И как мне туда попасть? Чё, прыгнуть? No. Да не может быть. Но другого выхода, судя по всему, нет, но вряд ли я туда долечу. Давайте сохранимся. Ну и попробуем стремительным рывком туда перелететь. Ну вот и я. Your perseverance is admirable. Time to finish this. One way
or another. One way or another. Давай, выходи. Выходи на честный бой, сука. И чё? Это всё? Ой, поломался. Ошибку понял, к порталам не подходим. What? Nah! Your perseverance is admirable. Я тут постою, короче, да? Верили, а ты держись. А ты держись, я обязательно тебя вытащу. Что-то Данте какой-то не очень. Самый легкий путь. Ну давай, сделай еще шот. Все? Это как-то скучно. Данте, давай что-то посерьезней. Но это уже было посильнее гулька. Ой, колдун. Давай, выходи. Что-то изи пока. Если это финальный босс, то... говно. Реально говно. Ну. Твою мать, призрачный дракон. Ау. Это было больно. Где дракон? Данте, ну же, спускайся. Да держись, Верилия, ёб твою мать. Я ж стараюсь. А вот и ты. Двуручный меч Данте. Чё, обычный дейдрический комплект? Даже без бафов. Ладно, давай. Worthy champion. Traverse my realm as you wish, champion. For someday it will be your home. For eternity. No. Вызов Лурка. Отпустить Лурка. Выполнено. Дорога в ад. А вот и, собственно, выход. А как мне...
Как мне до нее добраться? Давайте попробуем просто подлететь, посмотреть, может, реально она что-то активная, нет? Верилья. Нет. Она не активна. Ладно, пойдем. Она, кстати, по-моему, пропала оттуда. Ну вот и все, собственно. Квест закончился. Не поддаться искушению. Так я нашел ведь выход. Ладно, уходим отсюда. А раз такое дело. Какой-то такой босс вообще изи. Хоть бы мощных тварей призывал, и то бы было уже забавнее, раз он такой, ну, ни о чем, сам по себе. Ну ладно. Интересно, куда делась Верилья? Что ж, давайте покидать это место. Квестов больше нет. Оставаться тут дольше, чем нужно, явно нет смысла. Верилии тут нет. А я бы ее забрал с собой. Ну да ладно. Что ж, это все на самом деле. Инферно Молагабала можно считать пройденным. Квестов больше нет. Верилию мы, по идее, спасли. По крайней мере, она куда-то исчезла. Из Инферно мы выбрались. Данте победили. Что ж, дорогие друзья, мод был неплохим. Интересная история. Хотя хотелось бы побольше именно сюжета, именно истории. Вот, но чего нет, того нет. Очень жаль, что не развили вот концовку, то есть вот не показали, что стало с Верилией. Может, конечно, там она, ее где-то еще можно встретить и поговорить с ней, но жаль, что не показали это прямо на месте. Данте оказался слабым противником, до сих пор вот... Два босса, только которые мне запомнились, это воплощение алчности и вот это вот последний, как его, господи, нет, не блуда, а как же его звали-то, этого дебила, воплощение предательства вроде бы, вот этот грешник, короче, который меня криком ваншотил, смог точнее сваншотить, вот это интересный босс был, ну если бы не мой ДПС, было бы много боли и страданий. И вот, собственно, воплощение отчаяния. Даже с моим уроном было его убить очень сложно. Вот. Мод по сложности достойный, но, к сожалению, локации проработаны слабо. Вот если первая локация, мне, наверное, с ней очень повезло, в которую я вошел, это была именно алчность. Круг алчности. Он охеренен. Да, там. Забавный сюжет, забавные мобы, вот, уникальное оружие, как я уже показывал этот меч, где он, блин, меч, клинок алчности, вот это вот, шняшка с уникальным зачарованием, выглядит он так себе, конечно, но уникальное зачарование и, собственно, подспорье, то, что золото у гуманоидов забираем, это очень и очень забавно. Также, по итогам, мы смогли получить... Уникальное оружие, двуручный меч Данте. Наносит 37 урона электричеством и отнимает вдвое меньше количества магии. То есть обычное зачарование, но меч уникален. Такого меча в Скайриме нет.
Давайте-ка посмотрим его. На персонаже. Ага, вот смотрите, для него даже крепление есть, собственно. Ножны. Правда, не под мою спину этот меч. Это надо довольно большого персонажа создавать. Но вот такое вот крепление, это прикольно. Давайте-ка даже свету вкрутим. Где она тут? Свет свечи. Оп. Вот такая вот цацка, собственно. Прикольная очень. Очень прикольная. Оружие. Двуручник такой, демонический. Чем-то напоминает мне один из мечей в Обливионе, только я уже не помню, как он назывался. Тоже такой забавный двуручник. По скорости медленный, не читерский. Ну да и ладно. Собственно, вот такие вот приблуды мы получили с этого дополнения. Дополнение классное, история забавная, но, повторюсь, вот мало именно проработанных, хорошо проработанных локаций. Если со стилистикой все хорошо, то с сюжетом все дерьмово. Если хорошо все с сюжетом, то со сложностью чего-то не хватает. Ну и, собственно, вот такие вот проблемы с этим модом. Плюс к этому всему, что я играл на предпоследней версии, ну, проходил весь мод на предпоследней версии, я встретил критический баг, который, собственно, не лечится никак. Пришлось полностью переустановить мод. Хорошо, что сохранения поддерживаются. Вот, собственно, я смог обратно зайти в Лимб, который переименовали новые локализаторы на Чистилище. И переустановил русификатор, переустановил, собственно, сам мод. И все заработало. Но не сразу. Как вы поняли, я тогда вышел, загрузил более раннее сохранение и пошел в другие круга. Вот. Потому что круг вот похоти, или как его перевели здесь, круг блуда, вот не работал. Понятно. С таким уроном. Я покажу. Ну что, мне надоело. Согласен. Мне тоже. Думаю. Да. Именно так я и думаю. Стражи рассвета на меня нападают. Дополнение Давенгард. Все замечательно. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. Пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Для тех, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, это помогает в развитии канала. Да и мне это огромная поддержка. Всем спасибо за просмотр. И да, кстати, чуть не забыл. Если есть какие-то интересные дополнения, реально интересные, то, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Я их обязательно пройду. Вот, если они будут действительно достойными и интересными. Также сложность. Сложность игры, как вы поняли, стоит на максимуме. Просто у меня такой персонаж. Что ж, вроде все, что хотел сказать, сказал. Мод мне понравился, несмотря ни на что. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. А я двинусь, пожалуй, в Solitude. Пора готовиться к Новому году. У меня сегодня 25 число. Надо будет подыскать себе елочку, купить что пожрать бы, блин. А то, ох уж этот ад. Никакого времени на них нет. Этих демонов, драконов, сучих, принцев дейтрических, черт. Никакой радости в этой жизни. Никакого отдыха. Ну, хоть на Новый год, может, передохну. Леденящий скоримский ветер. Как я рад, что смог вернуться.